Всем привет, с вами я, Матвей, вы на канале Play the Food. Давно серии не было по Hello Neighbor. И как вы помните, в прошлых серии по этой игре мы прошли подвал. Поэтому сегодня мы пройдем игру, часть акта попробуем сделать. Так, что-то у меня английский стоит. Наверное, это. Так, вот где у нас там? Вот это, да, русский. Все. Давайте продолжаем. Или где мы? Выбрать акт. У нас был второй, да? Выбор. Да. Мы очнулись в своей комнате сейчас. Так. Лаги. Сейчас лаги. Все. Так, обучение, как обычно. Никого. Вон он сейчас появится. Ну. Все, я сегодня покажу часть прохождения Hello Neighbor. Акт 2. Так, а здесь не надо подседать, да? Сразу выскакиваем. Туда лезем. Да, лезь давай. Смотря на то, что не могу убрать вот эти управления. Конечно, могу или нет. Короче, прозрачность интерфейса надо убавить, но мне так будет играть неудобно. Ведь я тут к кнопкам вот этим не привык так еще-то сильно, чтобы на невидимое нажимать. Так, это мы вылазим, пропускаем, конечно же. Нельзя много умирать, иначе начнется такая сцена, где она очень долгая, и ее не очень приятно смотреть, потому что она реально очень долгая. Лаги. Наверное, потому что памяти много занята в телефоне, вот и лаги. Так, если что... Опа. Сейчас мы, конечно, соседу нададим пендаль под зад. Сейчас я тебе брошу. Держи! Поймал? Я же его убил. Так, куда он там собирался идти, я не знаю, но... Нормально он там врубился на полную громкость. Короче, нам надо пробраться в дом на кухню. Ты в доме был. Убегаем от соседа. Короче, нам хотя бы надо добраться до ключа этого. Смотрите, как можно сделать. Я знаю, баг такой, но не баг. Можно, короче, просто перепрыгнуть здесь, и я один раз меньше, чем за минуту прошел, ребята. Куда? Ох ты, гад, ты обошел меня. Ой, какой подлый. Подлый сосед. Вовремя. Ой, сейчас, наверное, мы не сможем, он нас поймает. Давай, лезь. Лезь, как миленький. Все, смотрите, открываем ключ. Холодильник. Какой ключ? Блин, беги, пока сосед не пришел в дом. Все. Пока нужно спрятаться. Он близко прям. Спалил. Нет. Не двигаемся. Уходи. Ты меня не видишь, я съел. Он тупо не уходит. Или уходит? Нет. Он тупо там стоит. Поймал. Не понял. Ну, короче, смотрите, в таких случаях, что я делаю. Просто продолжить и возобновить. Так бывает.
Так, теперь бежим туда. Ой, лаги. Извините за лаги, конечно. Это не самая новая версия Hello Neighbor, но самая новая еще хлеще лагает. Так, это нам больше не надо теперь. Нам надо нестись. Это старая версия, поэтому, знаете, он здесь умнее даже, чем в новой. Например, в новой он за мной редко ходит вот сюда, вот, вот в этой старой он будет за мной шляться туда. Это будет жестко. Он, конечно, в новой тоже может туда ходить, но он это делает редко крайне. Так, смотрите. Нам нужно слить воду. Нужно покататься на акуле, конечно, но кататься это баг. А баги мы не используем. Вот третий акт я пройду, наверное, за серии 10 точно. Вы знаете, какой он огромный хоть. Так, ну, нам нужны коробки тогда. Вот этот ящик, например. Смотрите, я сейчас смотрю, что у нас там есть. Ага, но там вентиля нету. А знаете, что надо сделать, чтобы он там был? Нужно, короче, сделать давление большое. Так, сосед. Сосед. Он, наверное, туда сейчас, да? Да. Пока он нас не видит, можно забраться наверх. Так, а теперь что? А теперь что? А, у него еще в доме надо будет кое-что там сделать. Да, в доме. А, вспомнил, сейчас нам, по идее, надо... Знаете, что делать? Ух ты! Нам надо, короче, найти здесь... Вот оно, это место. А, не это место. Немножко ближе. Короче, бегаем весь забор. Нет, все-таки ошибся, дальше. Вот оно. И теперь самое трудное, пробраться в его дом. Такой звук неприятный, но вырубать мы его не будем. А знаете почему? Потому что соседа можем отвлечь. Так, у нас вырвалось здесь трубу, где она? Где она там ревет? Вот она. Берем вентиль. Сосед вообще что-то неактивный сейчас, но это нам на пользу. Он либо забаговался, либо что. Нет, это реально трудное дело. Сейчас мы акуле спустим в ванну. Сейчас мы покрутим, забираем. Вентиль нам пригодится еще, наверное. Да, пригодится все-таки. Или не пригодится. Ну, конечно, не помню. Ага, вон там акула трещит. Сейчас мы пойдем туда. За одну серию точно не пройдем игру, потому что гораздо дольше она проходится. И чем больше акт, тем больше серий будет по этому акту. Так, берем ключик. Да я понял, я знаю управление. Вот открываем, чтобы можно было бежать нормально. Блин, вентиль взял его в руки, это плохо. Короче, здесь можно разбиться очень плохо. Ой, по-моему, мы это и сделаем. Нет, мы это не сделаем, наверное. Наверное, я сказала. Ух ты, блин. Вот это было крайне плохо. А мы тут и не залезем. Ну, нам только разбиваться, да и все. Ну, как бы, конечно, жалко разбиваться, ведь сосед сейчас придет.
Так, я уже даже забыл, что нам сейчас... Но все равно нам зарядку делать, спали тогда. Ну, знаете, зачем? Так, смотрите, делаем это. Вырубаем, продолжить. Возобновить все. Все, он утром настало, и можно идти веселиться. Конечно, вам, наверное, этот вентиль мешает. Блин. Вот неудобно, я немножко вылез, нам надо было вон туда. Сейчас мы, конечно же, заберемся. Туда вон. Вот это как хорошо видно, то есть. Я, наконец-таки, помню, когда мечтала играть в Hello Neighbor, мне никак не получилось скачать. И вот я нашел способ, и все получилось, ребята. Это тогда была другая версия. Так. Аккуратно, я сказал. Очень аккуратно. Ой, он близко. Так, сюда нам надо было. Я знаю. Наверное, будем делать концовку через этого. Так, тогда нам нужна лопата, которую я не знаю, где найти. Бежим отсюда. Нам нужна лопата. А лопата я знаю где. Я понял. Я вспомнил, точнее, не понял. Вот здесь она. Следующая серия тоже будет по второму. Ну, не следующая, конечно, а... Так, сосед... Ну, короче, сосед там где-то ходит. Я не знаю, как он в то место попал. А, хотя знаю. Через дом. Там у него лестница есть. Для тех, кто не знал, у него там реально лестница. Падаем. Ведем археологические раскопки. Я один раз пытался соседа здесь закопать заживо. То есть, ну, я в него бросал в это время. Он туда валивался, ну, он валивался туда. И у меня, короче, получалось его там заделать. Знаете, я хочу сегодня показать вот такой способ прохождения. Не стандартный. Помним, что это серия по Hello Neighbor, и она не такая короткая, как все. Ух ты, блин. Я падаю. Так, надеюсь, он там дверь не пронес. Он меня, кстати, не замечает. Эй. Все нормально. Смотрите, открываем здесь дверь. Это плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Ну ладно, я думаю, что этого достаточно за сегодня. Сегодня мы много сделали. С вами был я, Матвей. Вы были на канале Play the Food. Да блин. Не вырубает само дизайн. Ладно. Ставим лайки. С вами был я, Матвей. Всем пока-пока.